Но, мама, я могла бы стать знаменитой, богатой. Высокая, стройная, сильная. Тебя ждет успех. С этого момента ты Энджел. Если клиент делает запрос, то я обязательно его выполню. Например, не притворяйся, что не знаешь. Это очень влиятельный человек. Он владелец гигантского международного холдинга. Ты мне понравилась, Энджел. Хочу, чтобы ты была только моей. Навсегда. Тайные истины. Смотрите только на Яндекс.Эфире.